Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня рассмотрим, как на роутере TP-Link изменить пароль Wi-Fi с мобильного телефона. Итак, на мобильном телефоне заходим в настройки и включаем Wi-Fi. Подключаемся к Wi-Fi сети, пароль которой вы хотите изменить. Есть. Дальше переходим в настройки Wi-Fi сети и ищем маршрутизатор. Запоминаем вот эти значения 192.168.0.1. Практически все будет такое значение. Если у вас другое, значит его запоминаем. Дальше открываем любой браузер на вашем телефоне и в поисковой строке вводим те цифры, которые вы увидели в строке маршрутизатор. 192.168.0.1. И нажимаем Go. Дальше открывается страница входа в настройки роутера TP-Link. Здесь мы должны ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию админ. Если вы не знаете, какое у вас имя пользователя и пароль, переворачиваем ваш роутер, и здесь написано имя пользователя админ и пароль админ. У вас на вашем роутере может быть по-другому. Дальше, когда вы зашли в настройки, ищем беспроводной режим. И здесь ищем защита беспроводного режима. Дальше, в зависимости от того, которая у вас стоит защита, ищем вашу активную защиту и здесь выбираем пароль беспроводной сети. Вот. Теперь убираем этот пароль и пишем новый пароль, который вы хотите использовать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нажимаем «Готово». В самом низу выбираем, нажимаем «Сохранить». Идет сохранение пароля. Вот видите, телефон автоматически отключился от Wi-Fi сети. Давайте сейчас опять попробуем подключиться к данной сети с новым паролем. Вот телефон пытается подключиться к сети HomeNet, но там уже новый пароль. Для этого нажимаем «Забыть эту сеть». Вот опять выбираем нашу сеть и вводим новый пароль. Нажимаем «Подключиться». Друзья, таким образом вы можете изменить на роутере TP-Link пароль к Wi-Fi сети с вашего мобильного телефона. Если это видео было для вас полезным, обязательно подпишитесь на мой канал. Оцените видео пальцем вверх. У кого есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем удачи и пока!